Лайки, еще раз запусти выбор.
Саган опять выиграет. Я не понял, Латур был у него, нет? Был. Ну, здорово, Крун. Здорово. А меня нормально слышно или опять очень громко? Не, нормально, нормально. Не было слышно, здорово. На чем мы стоим? Пару-трёх человек не хватает. Не прогрузились еще?
Наконец-то. Я так понял, на трех никто догонять не будет. Вообще все поехали. Поезда там делайте свои. Я своих троих выставлю. Агапыть, ты что ли сейчас собрался выставить своих этих?
Шо, Бору так и никто не выбрал, да? Ага, выбрали же Дузер. Значит, ну, можно было Сагана выбрать, конечно. Охереть. Отсаживают просто по полной программе. Отсаживает всех. Наелся. Блин, все, наелся.
Минусицу. Бумага упала. Ага. Я не виноват, я ничего такого не говорил. Каркал. Ты подумал просто об этом, и все сразу пизданулся вам. Димулан там пизданет с Ванденбергом. Будет вообще нормально. Да, мне Шрелец встает. Здорово, все. Блин, Коновас уже еле едет, капец. Пизданется, тут будет вообще прикол. Или какой-нибудь Ван Поппи, я не знаю. Москондом. Ну, Москонд опера, это понятное дело. Ё-моё, капец группа натянулась, ё-моё, мне сейчас Энджер отстанет, нахер. И Грегори, ё-моё. Сделал атаку, блин, сейчас будет плохо. Как, блин, избрался, что никто не отстал, блин, уже атаку противал, ё-моё. А, декорт. Все ясно. Раздает. Минус Коновалс. Ветер. Блин, Клемент. Тут еще. Это мне не нравится. У меня Нейсон очень слишком сидит. Я думаю, поближе посидеть. Кэтбот уже задрал, ё-моё. Бля, а у меня горняк, интересно, мыла. А ну... Блин, фигово у меня горняк. Пипец, гора, все, пиздец. Все, у меня уже все.
смысле, Деген Коль на позиции раздает. Блин, все, я наелся. Димуля сдох. Блин, надо было брусчаточник отправить в отрыв, блин. Блин, все, блин, брусчаточников отправили, блин. А я вообще, блин, надо было отправлять. Блин, бля, меня догонит группа или нет когда-нибудь?
Бля-бля-бля-бля. Так в группе потерян был. Блядь. Капец, все. Это аут. Есть, ну все, пожалуйста. Блин, пошли падать вообще. Пиздец, это пиздец вообще, блин. Почему все падают, ё-моё? У меня, блин, это улетел. О, Ван Марке! Ё-моё, пацаны! Демар опять упал. И опять Саган повтор. Все упали. Вот это вообще весело. Пацаны, весело, потому что, блин, во-первых, я не могу... Я почти уже догонял пелотон, там, где был Вивьяни, Дакер, блин. И, блин... Ну, опять его догонять, ё-моё. Блин, фигово, я фигово приеду вообще. Ё-моё, пелотону просто проигр... А, стоп. Дегенполь, пиздец. А нахера вы на Дегенколь раздаете, ё-моё? Давайте другим вообще. Он раз там лучше раздавайте, Дегенколь это лучше. Блин... Надо бы Дегенколь подогнать. Водички принеси давай, блин. У меня воды уже нету. О, наконец пелотон догнал. Давайте догоним отрыв до конца. Это все. 39 км, сколько там осталось? А хотя мы можем догнать еще. Разрывчик, можно сказать, не очень. Сейчас кто-то даст хорошую смену. У меня Ширель есть. Который, к сожалению, не сидит ни в той группе, блин. О, у меня Женжер есть. Поехал. О, да.
крутой подъемчик. Порвали, ё-моё. Блин, сам порвал, сам теперь догоняй вообще, блин. Топ. Кстати, Ширелли, он сейчас, походу, даже группу догонит. Да, так и есть, он догнал группу. Блин, Вандерберга потеряли, ё-моё. Можно больше потерять. Плюс 5. Пелтона кусочки какие-то остались. Ой, даже тут Саган едет, прикольно. И минуты проигран, кстати. Демар сдает вообще прикольно. Так уж. О, у меня, блин, я забыл еще про Энджеля. Сейчас помогу. Слышка, это минута. Чуть-чуть осталось. Давай. А мне сейчас Энджи сдохнет, ё-моё. 36 секунд. Здорово, парни. Привет. Сколько там минуту? Походу Глинди. Кошмонен. Такой пот это вообще жестко. Агат выиграл, красава. Тут у кого хоть кто-то остался, тот выиграл, наверное. Звезд. Хоть 16. О, Мартин 17, Дыгин Кольп.
Блин, я 16-й. Если бы я был в фаворитах. А кто там за Мартином пытался там что-то зацепиться, видел? За Мартин кто играл? А мы сейчас же едем что-то, да? Вторую классику. О, это у нас... Не помню. Это все из-за того, что все пошли падать, потому и из-за этого, блин... Фигня полная пошла. Не успеют. Не успеют. Не успели. Ну, климат сойдет, все. 56 минут уже проиграл. Сейчас час и все. Спринтовать пошел, чтобы успеть. Все. Вон я раздаю сзади, ё-моё. Меня чуть Мартин не обогнал. Охереть, я минуту проиграл, просто прикольно. Минуту 50, а вы догоняли. Что такое?
что, подождите, пацаны, а вы не слышите случайно фаворитов? Думаю, я просто в прорывочной не смотрел. На Эссене там не было фаворитов или в аутсайдерах? Нет, там никого не было, сейчас здесь не пишут. Ну, значит, да, блин, нормально. Блин, из-за того, что, блин, все попадали, я пытался догонять, блин. Чё, все? Вот это пинг. Да, вот и все. Так, блин. А, Ваки, закрывай всегда комнату. Я самый последний был. А, не, я не самый последний, а я опять последний. А, кстати, да, давайте на турах уберем какие-то топ-команды. Мы оставим какие-то континентальные вообще или континенталь про. Нафига? Арафат, ты тут? Лиценз 18+ поставим. Лиценз. Ограничен. Коля, не забудь команду поставить. Я уже ставлю. Я Тимуляна просто не могу найти. Так, где же Тимулян? Алло. Сам а вот он. Да, вот. Чё-то на голос Асида смахивает. Не-не-не-не-не, голос Асида у него другой, он картавит вообще-то. И матом орёт, и ругается. Короче, он разговаривает как гопник. А Сиду мы его знаем из тысяч. Где какая-то любовь к Сиду, что специфичная? О, братан. Скат, йоу. Все. Блин, тут.
Везет мне, пацаны. Чего у тебя? У меня два человека. О, блин, колесами. Колесами эти стоят. Ну ладно. Да, Газеля Мандела. У них хорошие горняки, но спринтеров хороших у них нет. У них был Хутарович, теперь, бля, его нету. Я такой думаю, стоп, а ведь Хутарович вроде есть. Такой думаю, а, нету. Не скажу, потому что нету, я обиделся очень. Хороший спринтер очень был. А, Саган. Саган старший чемпион Словакии. Вот это прикольно. Коля, как про наш чемп узнал, а? Я еще знал с 2014 года, блин. Хотел тоже зарегаться, но потом работы не было. Добавил это в Илью. Ну и там он тебе сказал, что тут чемпионат проходит. Я такой, а, да, вспомнил. Я еще хотел с 2009 года, блин. Ну, там что-то помню, тоже что-то в 2009 году мутили. Я тоже хотел, но... Просто сам очень играю очень много в этого ПСМ. Но в основном как бы сейчас играю в 14, там, если у меня своя команда, там хороший состав очень. В 17 так. Поигрываю иногда. 14 ПСМ, что ли? Чё? 14 ПСМ? Да, да. Да это ж дерьмо. Не играю. Ну, раньше. Ну, сейчас я иногда только поигрываю. Вы считаете то, что, ну, в 17-м, как бы, я вижу, что большое отличие. Ну, графику получше сделали, там, физика тоже получше стала. Палу теперь вообще как домино. Попадает очень много раз.
А вообще вот про Аджизи 2 ля Мандалы Мандиале, вот скажите, кто у них вообще основной спринтер? Ну там Дюмалан есть и... Ну, Дюмулан такой спринтер. Тут есть и Барбер, я вижу. И Дюмулан. Да Кенгер, наверное. Просто у Хутара еще в 17-м, ой, в 14-м было спринт на 70, там где-то на 77-78. Блин, нахера я Димуна просто, надо было Барде брать. Куда? Ну сюда, в став. Ну у него флат. Мандалу лучше поберечь, наверное, гран-тур какой-нибудь или на недельку хорошую. А фла это что? Фла это что? Я... Это у них типа темп фла? Флэт это равнина. ФЛА это равнина. А темп где у них? Темп это acceleration, это подожди. Разгон это как бы. Ну Нейсон неплохой разгончик, можно сказать, что только спринт у него там на 73. Хотя, если там подгорка будет, то... Что там, Илья остался, да? А кто в реальной жизни гоняет сейчас? Из нас никто, наверное. Я? Нет. Я гоняю в реальной жизни. И насколько профессионально? Ну, юниорский разряд там. Есть. Ну, то есть план на будущее есть в этом плане, да? Какие планы? У нас есть, у нас в Ялте есть, короче, такой человек, который, типа, вот у него есть очень большие планы. Его там, типа, это команда Баку какая-то забирает на контракт. Типа, ну, на юниорском туре ты отличился, все его забирают. Блин, прикольно было бы, если бы можно было, например, как в FIFA карточки выбивать там с про-игроками, ну, со звездными игроками. И тут, блин, там, например, выбить мне, например, Бетини, там, Расмусина. А ты в FIFA играешь? Не, я просто говорю. Раньше играл, потом там забросил. Ну там Ultimate Team, да, есть такая фигня. Да, вот чтобы тут тоже такая Ultimate Team была. Хотя эта игра, и так превратилась бы в донат. Задонатил, там купил себе там этого звезду из прошлого. Кеншелару, например, даже ту. У меня был идеальный состав, я бы себе взял бы Каншелару, Флечу, сейчас, как его, а Хушот еще гоняется, или уже все тоже?
Нет, уже давно не гоняется. Ну, вот хуже бы взял бы. Гонда бы себе засунул бы. Армстронга, да? Ну, Армстронга, естественно, само собой, Армстронга. Ну, Расмусина тоже бы засунул бы. Вальверде. А из этих, блин, раньше я помню, был такой человек хороший, какой, он сейчас, короче, гоняется в континентальной команде. Этот Стефан Шумахер, во. Я его, короче, думал, то, что его типа, там, на Тур де Франс, его там, он попался, его оттуда выгнали. Он тогда, короче, раздел какой-то этап там выиграл. Он попался, все, и, типа, была дисквалификация очень долгая. Потом я такой смотрю, такая команда, наверное, вы, наверное, ее тоже знаете, если вы играли там в 14-13 год. Это Кристина Войчес, и там, короче, он такой, опа-на. Мне вот интересно, что, видите, этот Скорпони же погиб. Он тут есть или его нет уже? Здесь нет уже его. Убрали. Типа убрали, да? Он был, да? Я не видел его, по-моему, здесь нет его. Ну, то есть, когда игра вышла, Скорпони уже погиб. Из-за этого его убрали, как я понял. Хотя его хотели там вроде добавлять. А мне интересно, я вообще, кстати, разработчик этой игры, это Фрейры, там что-то мутил с этой игрой. Я видел там разработчиков Фрейры, там Флетчу. В этом году я там смотрел титры, и там смотрю Фрейры, Флетчу, там все эти испанцы. Это все ники, это на самом деле все французы. Я вообще-то разработчик этой игры, так что... Понял, да? Блин, а кого нет? Гови, что ли? Пиздец, что-то вообще сейчас долго, вообще просто пиздец. Так, я уже хочу поехать. У меня тут уже есть несколько людей в отрыв. Рома. У него, он что там, это, с домофона, что ли, сидит? Скрыму, знаете, у нас скрыму такой интернет, такой фиговенький. Ну вот у нас, особенно в Ялте, вот я не знаю, как в Керчи, но у нас такой интернет. Он во-первых, он то пропадает, то его нет, то скорость маленькая, хотя платишь ты за 100, а получается скорость там на 50, на 60 вообще. Кто сейчас здесь чуть-чуть, вот в этой игре, кто сейчас чемпион, кто в этой игре, а, блин, Поливода, я вспомнил, в этой игре Поливода чемпион Украины, тоже знаю его. Поляков Денис чемпион, так что здесь не хер ничего говорить. Типа потернул, что ли? Блин, давайте старт уже, а? Я не могу. У меня какая-то картинка, еще какое-то слово было. Бля, что-то реально вообще какой-то жопно. В смысле с МБ? А почему? Почему? С МБ это даже горняк, алло. О, какого? Это же Сэм Беннет, я думаю, я правильно думаю? В Боре есть спринтер, в этом, Лото, Юмбу, что ли? Там есть еще горняк. Такой же тоже Беннет, по-моему. Капец, я не шо. А они случайно не... Только, может, с другой стороны, да? И с той же стороны, как и... А не, не, стоп. Один Сэм Беннет, ну, это, с Новой Зеландии. А вот этот Сэм Беннет, я вот... Я первый раз такой вижу, что он, типа... этот с Нидерландов. Интересно, интересно. Как интересно, их комментаторы распознают. Допустим, едет Беннетс с Новой Зеландии и едет Беннетс с Нормандии. Ой, фу, блин, с Нидерландов. Один просто в горах падает, не может. <с- <с-
Ля, капец, брат Саган, чемпион Словакии. Интересно, там Саган, наверное, за него там отработал и перед финишем специально затормозил. Да вообще, мне кажется, Саган старший, он какой-то никакой. У него это только... Стоп, это же Джурай Саган, это он старше Питера Сагана или наоборот, мне кажется? Все, мне кажется, что Питер Саган, но он старше своего брата. Что происходит? Может, чек пойти здесь сделать? Такое что, у всех пинги такие жесткие? В смысле пинги? У меня пинг... так. Да походу мультиплеер накрылся. Саниновский. У меня пинг нормальный, если чё. Сейчас заодно графу. О, ё, 5000, 8000, пацаны. Сейчас поедем? Кого нет в игре? Так, меня выкинуло вообще, сыграли. Всех, наверное. А почему машина завелась? Я не понял. Лаки, у тебя нет, не вылетело? Нет, у меня же, я что-то разговаривал. Ну, стартовали, охренеть. Поехали. А меня почему выбило? Меня тоже выбило, кстати. Кто остался? Отлично. Когорт уехал. Как я, как мне надо было. Они успели проехать без дыр, уже хоф он это упал. Ну чё, рестарт будет? Ты же загружаешься. На паузу поставьте. Здесь нельзя. Да, я зашел обратно. Ты типа повернулся, да? Не, нормально. Все-таки стартанули, я сразу такой, ура. Да. Надо сейчас что-то сделать с этим. Кто там впереди? Такман. Бора впереди. Маджака. А стоп, а Штыбор тогда, когда Боннена был вот этот спринт, вот, а Штыбор там был или нет? Вот вы когда спринтовали. Отрыли одни боты, ребят. Пугайте меня. Ништяк. К первой бурчалке, надеюсь, зайду. Ты не зашел еще? Нет. Странно, что там, блядь. Ах. Рафа заходил, сейчас вылетел. Тут перезаходим, а там по очереди заходить надо. А главное то, что у всех вылетело? Чё за херня? Не знаю, может быть. Блядь, меня вообще выкинул. Меня не выкинуло, я еду. Ой, бля.
Вообще, я совсем, ну, не вижу смысла серого. Я нечаянно вместо лифт нажал ободом. Я тоже, кстати, нажал. Так что, пацаны? Что, рестарт будем делать, что ли? Рестарт, блядь, чё? Блин. Зачем, блядь? Ну так премию потратили. Так а как зайти? Перезаходят. Едет, ты слышал, что я тебе сказал? Люк Нови, Крун едет, Грин Бэй едет. Трафли. Они Аванду двое нажали. Вот. Лаки, давай рестарт. Ё-моё. А я тут, а у меня тоже топовый отрыв, блин. Сейчас печально. Меня зареспавнит фиг знает где. Блин, такой отрыв. Эх. Рестарт вы делаете? Или чё? Илья, у тебя что там? Пиздец, вообще нет серого, что ли? Нет, если мы вышли. Нечаянно, сорян. Что, тоже пиздец, да, уже вообще не видно серого даже. Нет. Ну что, давай рестарт тогда, что там? Что, рестарт, да? Я манал, это английский. Я, пускай по очереди попробуют сначала зайти. Благо! Они абандон сделали, все, пиздец, они уж серого не увидят просто. Кто сделал абандон? Я. И Искада, и Муша, по-моему. А, все-таки Крон. Крон со мной. Пересоздавай, блядь. Блин. Это думал, что там раздает. Так. Лайки, перезагрузи там свое устройство, может, из-за этого. Все, пацаны, у меня тоже картинка. А, ну да. Я вышел просто. Так чё? Сейчас подождите. Давайте тогда собираться на полчасика пораньше. 7:30, допустим. А, вот, кстати. Ой, блин. Такой отрыв хороший был. Сейчас 100% тех людей, которые хотел, но зареспавнить фиг знает где. Да там половины игроков не было. Поэтому ты в отрыв уехал. Там еще. Не, ну стоп, ну Крон же был со мной, его. Сейчас пересоздам я. Блин, сделали бы, вот тут даже есть карьера одного гонщика, я прикольно, кстати. А вот сделали бы, чтобы тупо, чтобы можно было играть в свою, ну, своей командой именно. Именно своей командой созданной? Здесь да. Приедет? В смысле, можно? Ля, прикол. Надо, блин, надо создавать свою команду. Где имеешь в виду? Там, что ли? Ну, в одиночке? В одиночке? Да нет, я имею в виду, что в онлайне. В онлайне нельзя. Да, хотя это будет нечестно, там надо понабирают всяких этих ниболей. Можно, кстати, в принципе, новую даже не создавать. Создавайте новую, потому что я не могу зайти. А у вас же клан есть или нету? Гога, если бы не надо было новую создавать, мы бы зашли.
В смысле, а что это DB18 апдейт? Что это? Качать эту фигню надо, типа? Не надо ничего качать, это херня. Дата, полная. Датабейс 18, там типа... Да это херня, говорю, полная, это не надо качать. А, стоп, это другой ты чувак создал. Коля, зайди в клан наш. Я не вижу ваш клан. Делаю, делаешь. 23-й в списке. 23-й, сейчас. Мы уже на вас встретим, нормально, чё. Я тут даже подавал уже несколько раз. Вот я джойн написал, да, я джойн кинул. А что в клан, типа, они соревнуются с ними? Какого клана? Фигней страдает. Сэм Спейн вообще первый, прикиньте. 450. Или я подавал в другой. О, йоу, я в клане. Так, 23-й. Language Russian. А ведь можно через клан даже играть, да? Можно. Понял. Офигеть, тут даже есть это, сколько ты всего проехал, прикольно. Ну чё, ну чё там, будет гонка? Ок, зачем ты его просил ребутнуться? Да может у него проблемы. Может трек катнем. Можно и трек катнуть, кстати. А что, чего интересного в треке? Взял, блин, божича и все. И тащишь. Так, что у меня тут есть в коллекции? А стоп, а вот допустим, вот я открывал пару таких всяких плюшек, каких-то карточек, и мне какие-то гонщики выпадали. Что мне с ними делать? Сейчас открою, что мне выпадет. Продаешь? А их типа в свою команду не засунуть, что ли? Уже нет. Тупо любуешься ими. Что они у тебя есть. Ну, у меня есть Бород Бозик. Зикович. И, ну, у меня есть Бород Бозик и что-то еще. Блин, я хочу на золотую накопить. Что же оттуда выпадет? Вот трек гоняли, кто с трек так хорошо гоняет? Шимано. В смысле? Погнали к Гензабубу. Я не туда зашел. Ты не туда зашел? А, флеш Волонь, стоп. Джа Боб какая-то. Погнали уже, дадите уже что-то, я не знаю.
Ну, мы что, едем? Так, а вы пересоздали или нет? Так, Лаки куда-то попал. Они еще даже не создали, во-первых. Это Лаки. Лаки сейчас рестарт делает. Офигеть, мы что, о, если хотите, у нас поменялось. У нас теперь майка сборной России 2004 года. Yes. Ту-ту-ту-ту-ту. Стоп, подождите. Если... Бартолу... Мапи поставь, Мапи вообще раньше такая топовая команда была. Ты чё куришь? Поставь Мапи. Угости. Чё непонятно, Фиса Бартола? Какой Фиса Бартола? Мапи лучше вообще. Оттуда... Так что... Нифига, Мапи... Ты самая топовая команда была тогда раньше. У нас Бортл самая топовая команда так-то. А Тим Мобль как? О, вообще тоже ништяковская команда. Фирелли? А что там, кто там был? Ну, так вспомни. Я не знаю, я не застал то время, когда было Фирелли. Я застал время, когда было уже, как это... Франсет Дежу, я помню, ну, Кофедис. Кстати, Кофедис тогда еще была топовая команда, и она потом... У Кофедиса раньше даже были неплохие спринтера. Ну, сейчас тоже. Баухами сейчас где? Ну, угадай. Ну да, Баухами в Кофедисе. Баухами сейчас бухает. Кажется... Бухани, вот он крутой. Лаки. Зашел, наверное. Не. Вот я помню, я начал играть в 2000. Так что, Коль, не надо тут балаболить тут. Просто меня тоже Коля зовут. А тогда сейчас и... там бухает. Да, давайте же быстрее. А там мы станцию питать. Господи, стоп, я на... Какая Каталония? Я даже не подавал заявку. Йоу, ребят, чё? Да, я даже заявку не подавал на Каталонию. Надо будет подать потом. Как-то говорю, как всегда, Comedy Club отдыхает просто. Заходите. А, да. А где, куда заходить? Туда же. Обнови. Сука, Ганджабубу зашел. О, я тут. Нет. Тут. Пересоздай вообще, в смысле, сначала. Ну что у нас бандон. Да. У нас бандон, пересоздай вообще все. А вы зайти не сможете заново? Не. Хотя Ганджабубу почему-то я могу зайти. Хотя тоже бандон уже. Ну, сейчас... ну, до старта гонки и после старта это разные вещи.
О, ну-ка сейчас. Давайте заходить еще раз. Блин, сезон писать снова, блин. Так, вот я тут. Я надеюсь, у меня состав... А, да, состав не сохранился, надо заново писать. Сейчас в планшет придется заходить. Все, закрывай комнату и поехали. О, я первый, прикольно. Команду-то не могу выбрать. Перезайди. Или там лаки должен опять нажать. Да, запусти так. Лаки выбор. Нормально, прям сразу. Да, не начинайте, пожалуйста, я еще не выбрал. Я еще состав не выбрал. Подождите. Будет минус 5, и он психанет. Все выбрали, что ли, нет? Не, подожди, я еще не выбрал. Я все выбрал. Минута-то хватит, я думаю, можно запускать. Запускай лайки. Все, блин, я успел. Но пока у нас тут буду, пойду чайку попью.
Так успел или не успел? Успел. Ну все, тогда нормально. Там просто там нужно было переставить человека. Так, кисло. А, нет, я говорю. Вот тут понятно, что их нету. Остальные, как и в Аджи, в Аджизи Ля Мондиале, есть горняки хорошие. Там Ару есть. В последнее время я что-то не замечаю его. В реальной жизни... Там Франк есть, там... Этот, как он? Фульсганг. Фульсганг еще там есть, я знаю. Это где? Джакоб Фульсганг. Это где? Ну, в Восстании есть же. Ну, в Восстании есть все. То есть, ребята, откуда у Африки деньги на команду Димизион Дата? Это что-то с чем-то. И купить Кевендиш, раз, Басахаген. Там же нефти сколько. О, неплохо, кстати, я тут расположился. Все забили. А Штыборг. Тюнс минус 2. О, вот у меня. Итак, а почему мне всегда было интересно? Вот смотрите, вот Штыборг чемпион, это как чемпион. Так. Это ж Чехия, да? Штыборг это Чехия? Если мне память не изменяет, да? Украина. Да, вот ты чемпион Украины. Так вот мне интересно, почему вот некоторые команды... У некоторых команд, допустим, есть именно как... Ну, майка, вот именно когда вот полностью все и велоштаны, и веломайка, вот национальная краска, ну, чемпион. Там чемпиона, а тут нету. Значит, он не чемпион, наверное. Все, Штыборг, ты был мне как брат. Какого? Ты украл Рабона майку, Франсвика Рабона. Как ты мог? Фу, таким быть. Были ты Ась. Рабон, братишка твой? Что, Рабон? Да, мы с ним бухали. Он там по караонам бухой разделки ездил. А ты что делал? Я... На раме сидел? Я смотрел, как он... Капец, я на эту игру. Есть интересные читы?
Ты что, не знаешь у кого? Мапхак есть. Не, есть релей есть. Релей 65 пишешь, это чит. Ясно. Как у Нави, чит. Пацаны. Рывко едет, прикиньте эту гонку. Вот это да. Вы же прикиньте, Грифко играет за Грифко. Не Грифко, а играешь за Ажидузар, это предательство. Ажидузар, ля мондали. На Ордукас, как всегда, сдохнет. Я ж помню. А кто? Новые гонщики. На Вардукас это разве новые гонщики? Да, кстати. В смысле? Это как этот, как знаете кто? Сейчас скажу. Как Сарамотинс, я не знаю, или как Попович. Или Попович, о, правильно. Да, вы нашли друг друга. Или Саганович, например, знаете, Саганович такой гонщик. Он ищет там вроде там майку чемпиона мира по... О, it's very good. Время старта. О, а вон Борут Базикович. Что, комментатор так его и называл, кстати. Не надо мне тут рассказывать. Почему, Лович? Почему что? А вы едете? О, как. Зависло. Скат, у тебя тоже зависло? Угу. Ну... У меня не зависло. В смысле, гонка идет? Не идет гонка, у меня почему. Не идет. Машина завелась, и все, работает. Брачок, блин. Завел машину, блин, все. Есть бензин потратит. Мотоцикл не завелся? Может, гонка просто такая, блядь. Да нет, там Гога выпал. Хауслер, жалко Хауслера. Хрейн ушел. Навалс. О! Мэтью Брэшель еще гоняется, а я думал, то, что он уже все. Лученко. Ну чё, когда мы поедем уже, алё? Не ты один об этом думаешь. Сейчас бензин, блин, закончится. А если плюсик нажать? Да ладно. Я гений. Нихуя себе. Ура. Поедем. Рафа теперь вылетел. Погнали, пацаны. Погнали. Коты, а не пустили. Эта группа растянулась, это фигово. Растянул. Асид, мы тебя узнали, давай, не можешь. Вон Бозикович твой, в отрыв поехал. Бозикович. И вот, да блин, я отвечаю, пацаны. Тут, пацаны, есть любимый гонщик едет нашего Яска-то, знаете кто? Дрюкер. Кто? Дрюкер. Это... Дрюкер, который все дрючит, Яска-то. Да? Дрюкер типа дрючит? Было дело.
Я в самой в жопе еду, пацаны. Долбали, кто? Ты сейчас, походу, на себя дошел, нет? Как его зовут? Блин, я забыл. ТВ... ДВ... Блин. Ты сможешь. Базыч, вот какого там. Борут Бозич, вот, все, вспомнил, ребят. Базикович, блин. Это уже ты, да, надумал. Да. Не протолкнешься в этой группе. Мне, блин, надо будет впереди, блин. А... Айкман. И как его там еще, блин? Это вообще-то охрененный гонщик будет в будущем. Офигенный гонщик, думаешь? Конечно. Будет Сиваков в будущем. Не надо говорить ничего. Сиваков. Хотя Павел Сиваков. Если он будет жрать, то будет. Он уже все, он уже не русский, так что. Блин, ну что в скайпе идет. В смысле не русский? Почему уже не русский? Ну что он буквально вчера уже поменял гражданство. Ему паспорт уже дали. Французский. Ой. То, что паспорт дали, не значит то, что он гражданство поменял. У него в России можно иметь вообще два гражданства. Гражданство не надо мне тут что-то говорить, что он не русский. Можно иметь в России два гражданства. Больше. Получается, если ты так говоришь, что получается так, ты сейчас имеешь, получается, два гражданства. Получается, русское, украинское, так что ли? Выходит, сделал. Вот. Сейчас за это Раф покарает. Так что не надо. Мне скажут, что вот это Рафа сейчас ляжет. Втиснулась в этой куче. Базыч. Снова Базыч поехал, ё-моё. Заразы, блин, в коробочку взяли, не пропускают, ё-моё. Вообще, как так можно? One, Greg, one hour, mat. Yeah, baby. Наконец-то отпустили, блин. Это не пускали, не пускали. Он едет в отрыве. Лаки. Лаки? Ты вообще... Вообще. Почему Москва отправил в отрыв? Офигеть, ага. А чё нет? Два квикстепа в своём. Даже гата тут. Ну он же как бы фаворит у тебя, Москва. Да какой фаворит, я, блядь... Мне тут пиздец, даже тот же Стэннерт, нахуй, в десятку кое-как влезает. И то, блядь, один из двух раз. Ну, потому что спринта нет. Вот именно. Ни спринта, ни холмов, ни хуя. Ну, РБ будет. В 18 году будет у него, кстати.
Вообще-то есть спринт в Москве. Блин, а у вас тоже бесит, когда, типа, вот иногда бывает, ты такой едешь в отрыве, едешь, и тут все начинают поочередно атаку делать. Это боты, у них есть такая хуйня, они так любят, почему-то, не знаю. А они, типа, дергают. Да-да-да. Типа, чтобы все там раздрочились, я хуй знает, как это назвать. Не, потому что никто не работает, типа. Если кто не работает, блин. Да даже если все работают, они сзади торчат, блядь, а потом начинают такую хуйню заниматься иногда. Блин, встаньте кто-то, дайте мне хотя бы переложиться. 75 кобами? Нам такие не надо. Да отпустите Когарта, вы задолбали. Гомоните, я пускай он ляжет. Блин, я думал, я жранул, 73 послал. А тут, блин, 76 вообще есть. Ну, у меня 73. Ну, 76, я вообще-то про Москву не говорю, он сейчас нас тут всех сделает. Ты чё? Так, я понял, если не хотите так, не хотите отпускать, придется задействовать. Сколько у него, блин, я не знаю, сколько у него сил уже, когда он уже... А ну, вы слышите этот, Круну? На... Дайте Гуна лучше. Дайте Гуна, пускай он выпадет. Он сейчас, наверное, наелся же. Просто дайте, он выпадет, и все. Вот сейчас, короче, атака будет. Чтобы не выебывался. Да, дайте Тигуна, все. Тигун в студию. Пиздец. Опять поехал. Дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын. А вы... Во-во-во-во-во. Все. Бака сидит. А если мы Тигуна дадим... Подъема. Если мы Тигуна дадим, ты еще же дальше будешь от нас. Никакой в тебе тактики нет. Не отпускает, блин. Рафа меня не хочет отпускать, гаденыш. Поставил этот Иризар, он, блин, работает на всю группу. Одного, блин. Ничего, сейчас мы это быстренько. Просто отпускай, почему-то не хотят. Чего вы не хотите Когарта отпустить, алло? Даже не... Почему вот, почему тогда эти Масконас, Гата, Санкинга? Так они сразу поехали. Я тоже сразу поехал, меня не отпустили. Просто момент не просчитал. Блин, я поехал как бы сразу тоже. Не отобрался. Держать, ё-моё. Позич вообще пиздец. Ну, у него плюс 10. Знаете, по-любому где-то так. Знаете, почему Бозич есть? Потому что он посыльный не ебали здесь на гонке. А вы попробуйте его... А попробуйте кто-то... Не, если вы будете ходить в отрыв, то за вами тоже все будут уходить. Ждите, короче, подъема, и там уже попробуйте. Я могу переложиться, меня никто не хочет, чтобы меня... Стоп, ой. Мне никто не хочет, мне пилотон не хочет отпускать. Я на 2 минуты уехал. Хотя ладно. Боже, что-то как этот, в легкой атлетике же есть заяц впереди, бежит, блядь. Чтобы этот темп быстрый был, нахуй, блядь. Этой гонки, блядь. Он вообще не угомонится, пиздец. Я такого, кстати, не видел, нихуя, что постоянно один ебашит. Он просто тебя выматывает. Наверное, кстати. Просто дергает, ну поддергивает группу. Я тоже так могу, кстати. Будет попробовать. Только найду хорошего. Кстати, о хорошем гонщике. Все, мы его не догоним, он в брусчатку пошел атаковать. Глотайте пыль. Опять он, блядь. Все, давай, тигун. Тигун, давайте. Давай тут тигун. Хотя нет, Бозич он еще
У него он брусчаточки неплохой, но все равно давать тягуны. Он должен наезд. Потому что меня группа не может. Илья, блин, смотри, что в пилотоне творится. Ну-ка. Замолви словечко. Илюх, давай свое слово, ебать. Ты-то можешь, я знаю. Ну, сейчас по классике. Посмотрим. Ну ты скажи, давай, сделай это. Задолбали, отпустите когр там, блин. Пилотон. Сейчас будет пад, пацаны. Я хочу... О, прокол. Ой, Бозич. А, это так. Я думал, прокололся. Да прикинь, сейчас Бозич. Короче, это упадет и вас их завалит. Тут такая группа. Господи, Коновалск. Да дайте уйти, ё-моё. Все, так... наигрался уже, пошел. Почему вам когорт не нравится? Спустите когорта. Я все время вишу то 2 минуты, то 3 минуты. А тебе не жалко, если не искать убивать? Будущего. А я знаю, держи, чтобы он атаку не делал. Вы просто встаньте и никого не пускайте вперед. Он не будет тогда это делать, мне кажется. Так, наверное, не получится. С велосипеда встать? Просто все встали, вышли, ебать, с велосипедом. Как в школе, блядь. Просто встаньте на смену и все. Это куда в пилотоне-то поехал? Все, так, правильно. Блин, просто забуду, что я. Я блин, просто забуду, что хотел типа прорваться через эту группу. Там фиг реально протолкнешься. Только один вообще. Раз, два, три. Эй, куда? Боже, это просто гонщик дня сегодня. Красный номер. Да. Как получить красный номер? А видите, он вроде сейчас не будет. Ему просто скорость не нравится. Вы сделайте ему чуть-чуть побольше. Оп. Аля, прекратил уже все. Ньюс. А нет. Я вам проигрываю. Так, стоп. Сколько я вам проигрываю? Так, минута. Так, и 10-4 минуты. Не может переложиться. Меня не хотят отпускать. И чё это вдруг? Хотя группа отпустила. Сейчас мы его высадим на Квармонте. Как раз в этом месте, где пизданулся этот. Саган, Ван Авермат и Налсон. Блин, у вас двое отстало. А Габ, как ты... А кто такой? А кто? А, Элминджер. Это я еду. Я гоняю. Ты, господи. Нафиг, Раф, нафиг ты не... Че ты не дашь мне приложиться? Ты задолбал. Он фаворит у вас? Запомните, фаворит просто, у знаете, вас? Знаете, почему Рафа не дает? Потому что он же сейчас, значит, он же сейчас нам, ну, мстит, короче. Он под топингом. Вместо Сида. Блин. Конечно, блин, поставьте Резар и, типа, и так сойдет. Ну да. Нормально. Блин, мой Нейсон, я не знаю, что он далеко сидит. Ё-моё, сейчас выпадет, ё-моё. Не выпадет. Да не выпадет он. Да блин, тут... Вот он сейчас выпадет. Со спуска сейчас кто-нибудь спизданется, вот это да. Сейчас кто-нибудь спизданется, если я скажу.
Все, мы не ждем. Так, ну как вот он? Он не хочет, короче. Ребят, а дайте ему уйти случайно. Дайте ему уйти. Чтобы пускай он на наезд. Или он просто атакует и бросает. Демуля выпал, ё-моё. Паровоз выпал мой. Нихуя себе, от пилотон-то вообще уже мало осталось, можно сказать. Чё? Ребят, у меня трое человек выпало, это плохо. Это... Там меня догнали наконец-то группа. Группа, я вам рукоплещу. Вы так долго меня догоняли. Вот то не отпустите, то не догоните вообще. А, пацаны, мне выходить надо. Уходить? Да. Спать? Ладно, я тогда ботов оставлю. Не оставляй. Забирай с собой.
Пиздец, блядь. Был плюс один, блядь, но не получилось. Джон вообще смог выиграть.